Джим Керри не привык быть серьезным. Доказательством тому служат шоу, которые он делает из своих публичных появлений. Так, на программу Дэвида Леттермана актер заявился, обнажив ступни. Демонстрацию гигантского размера ног Джим поспешил объяснить приемом крема с тестостероном. О, не пугайтесь, все дело в креме, которым я пользуюсь. Вы не поверите, но все начало стремительно расти. Я наношу немного крема на запястье утром и становлюсь настоящим мужиком. Я только прикоснусь к тебе, и ты забеременеешь. На самом деле вся аудитория уже в положении, потому что Джим Керри настоящий мужик. Впрочем, одними ногами комик не ограничился. И в список последствий от приема чудодейственного крема вошли и милые крылья за спиной Керри. Наличие ангельской атрибутики Джим объяснил своим душевным состоянием. Как сказал актер, все дело в том, что он действительно чувствует внутри себя мир, гармонию и любовь к ближним. Но предупреждает известный комик, это до того момента, как кто-нибудь решит его обидеть. Вдогонку Джим рассказал аудитории про своего 3-летнего внука, который, как и все дети в его возрасте, питает настоящую слабость ко всему сахарному. «Я сгораю от нетерпения, когда вновь смогу отвезти своего внука на хоккей и наблюдать за его жаждой сладости. Мы смотрим игру до конца второго периода, а потом бежим скупать печенье и мороженое. К этому времени он уже не видит игроков на поле, они выглядят для него как пряничные человечки на льду». Стоит отдать должное Джиму Керри. В его 51 год знаменитый комик до сих пор полон сил и юмора. По крайней мере, публика на его выступлении то и дело грызла ногти от умиления и смеялась во весь голос.